Я думаю, что вторая 20-минутка будет поинтереснее, побыстрее, потому что наши ребята никак не хотят уступать. И об этом было очень много разговоров. Вот. Гол! Прекрасная, простая достаточно комбинация. Шайба попала к Сергею Федорову. И тот очень легко, непринужденно, как на тренировке, обманул Куртиса Джозефа, которому практически за минуту пришлось во второй раз доставать шайбу из сетки собственных ворот. Вот на ваших экранах Сергей Федоров. Ну, нам показывают не совсем тот момент, повтор, когда шайба попала в перекладину. Вот. Федоров, бросок очень неудобный для вратаря. Бросок над предплечьем пролетела шайба.